Сьогодні у нас проходить мероприятие 39-й женской сотни «Женочий вышкил». Физические подготовки для женщин, приближенные к боевым действиям. Оно проходит впервые, но надеемся, что не последний раз, и всем девочкам это очень понравится. Скажу так, было слегка тяжело. Граната, которая предназначена для уничтожения осколками и повреждения живой силы противника. Ручной противотанковый гранатомет 22, РПГ 26, противопехотные мины. Это игла, ну и вот этот снаряд танка, это головная часть. Ну так, тяжеленько. Ну, бинт украинский, поэтому, может... Да, я сейчас выйду. Может, что? Ну, видите, он пошлатится, он только... А, вы пользуетесь не украинским? Украинским бинтом мы пользуемся только вот для вот таких вот целей. А так? А так у нас есть немецкий бинт. Угу. Это все волонтерская помощь, открывается он простенько. Ну да. Вот он вышел. Его здесь достаточно много. Вот. Он не кашлатится и он не разматывается. Угу. То есть вот этим бинтом можно работать. Вот. Он не упадет. С ним ничего не происходит. Министерство здравоохранения Украины, пора бы научиться. Я герой. Скажите мне, какого... Ребята, вы большие молодцы. Спасибо вам за то, что вы нас охраняете. Не знаю, я, наверное, не смогла бы быть бойцом. Поэтому слава герою, самим нашим мужчинам украинским.